и как бесплатно получить медицинскую помощь? Вопрос, с которым сталкивается каждый. Студенты Крымского федерального университета теперь знают ответ. Для них откроется студенческая поликлиника вуза. Высококвалифицированные врачи окажут первую помощь, поставят диагноз и выпишут направление на лечение. При необходимости приедут по вызову. Студенты, прикрепленные к нашей поликлинике и проживающие в общежитиях, принадлежащих КФУ, могут спокойно вызвать врача на дом и получить необходимую квалифицированную помощь. Для этого студенту нужно иметь крымский полис ОМС и приписаться к поликлинике лично в регистратуре с помощью современного терминала или в медпункте общежития. Сразу после врач примет пациента. Главные преимущества студенческой поликлиники – близость к месту учебы и бесплатная помощь. Также пациенты будут иметь постоянный доступ к своей электронной медицинской карте. Это особенно важно для иногородних студентов. Мне, как студенту из другого города, очень удобно прикрепиться к этой поликлинике, чтобы не ездить каждый раз домой за справкой. Уже оснащены современным оборудованием кабинеты дерматолога, гинеколога, лора и окулиста. Вести прием будут и другие врачи узкого и широкого профилей. Также прикрепиться к поликлинике могут абитуриенты КФУ и будущие курсанты военного учебного центра вуза, чтобы получить справку для поступления или пройти медкомиссию. Поликлиника откроется в течение 1-2 месяцев, пока студенты могут обратиться в клинический медицинский центр Святителя Луки. Яна Дученко, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.